Пушкина отметили Сабантуй – народный праздник татар и башкир. Название Сабантуй происходит из тюркских языков и означает «праздник плуга». Так отмечают окончание весенних полевых работ. Принято веселиться, петь песни, танцевать и угощать друг друга. Вот, в этот светлый праздник я хочу пожелать всем присутствующим всего самого наилучшего, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях, чтобы все добрые заветные мечты сбылись, вот, и чтобы над нашей головой всегда было светлое и мирное небо. Уже на протяжении нескольких лет в Пушкино отмечают Сабантуй. Это стало доброй традицией, ведь наш округ всегда славился тем, как люди разных национальностей и вероисповеданий живут здесь в мире, добрососедстве и согласии. Ранее праздновали в Березовой роще в микрорайоне Кудринка. В этом году Сабантуй впервые в Центральном парке в Пушкино. Праздник проводит Татарский культурно-просветительный центр при поддержке администрации округа. Конечно, хочется всех поздравить с этим прекрасным праздником Сабантуй. Пожелать всем действительно мирного неба над головой, потому что сейчас это самое главное и нужное, то, что всем нам сейчас хочется видеть мирное небо над головой, чтобы все наши родные и близкие были живы и здоровы, чтобы на нашем столе всегда был полный стол, а рядом нас окружали дорогие, близкие, любимые люди. С праздником вас всех! Хорошего настроения, мира и добра! Сабантуй – это дружный и радостный праздник, принято веселиться, поэтому для жителей и гостей города подготовили большой концерт с интересной программой. Выступали не только местные коллективы, но и из Москвы, Московской области, а также артисты и ансамбли из Республики Татарстан. Со сцены летнего театра звучали песни на разных языках. Спокойно стоять было невозможно. Люди с удовольствием пускались в пляс. Значит, одна из участников ансамбля «Апасенель», это значит, ну, две сестры, как бы, получается, такой вот очень редко у нас ансамбль, они вот и дуэтом будут петь сегодня, и трио будут петь, и по отдельности будут петь, да, и сольно будут петь девочки, так что будем смотреть. На празднике подготовили и развлекательную программу. Дети участвовали в разных играх, работала ярмарка товаров ручной работы, проводили мастер-классы по изготовлению поделок. Кроме того, можно было попробовать пострелять из лука и пушки, а также познакомиться с национальной татарской кухней. Мы в Королеве планируем провести свой Сабантуй. Из-за этого хочется набраться опыта, посмотреть, как в других городах проводят. Это уже мой не первый Сабантуй. Я был в Нижнем Новгороде, я был в Дубне. Вот, так что вот решил посмотреть наших соседей. Евгения Коломиец, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Новости Большого округа.